Да? Да. Вот. До свидания. Мы идем. Похоже, кассирша обрадовалась. Мне столько почек не купила. Да, уж. Сейчас Алине, дам пончик, который сейчас порвутся. Пакетик! Пакетик, это круто. Ну, смотри, какой. Спасибо. Надо выкинуть. Мне, стоп. Мне, Вове, они, маме, ей. Она мне положила раз. Идем. Вот, мы идем. ЛП, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп. Раз, три, четыре, пять. Все, это мы. А я же не дома. Это все разберут. Хорошо, что у меня еще пончики есть. А ты как же без пончиков? Ты не забыла щелкунчика? Нет. Что, где твой щелкунчик? В рюкзаке. Я подумала, в рукаве. Потом я удивилась. Где это щелкунчик? Подними руку. Он здесь. Опять дорога. Бежим, короче. Ты иди побыстрее. Мама попросила есть, я конечно дальше, куда я не ела, а куда я спрашиваю. Хорошо. И мне и дальше будет один рубль. Она, наверное, очень обрадуется. Она такая большая, видать. Однажды нам горелые пончики дали. Да, вчера нам дали определенный пончик. А ты вчера ходила? Мы вчера с тобой вместе ходили. Вчера ты с мамой ушла и с братом. Позавчера мы дали. Я говорю, что ЛП Ну, завтра уже утром встретимся. Да, а давай завтра пойдем вместе в школу. Снимем новый челлендж. То есть не челлендж, а ролик. Давай. На там Фима. Не подходите к Фиму. Он плохой. Иди сюда. Выжили. Этот Фин, мой брат, а когда учился в этой школе, он ему давал, короче, вот это, давал ему батончик, а потом он стал просить два батончика, три, а потом он стал бить, потому что мой брат не давал ему батончик в пять, каждому. Так, а ему надо было в день давать 20 батончиков. Так что... Вика, бегай его, все, пока. Утро встретишь завтра. Пока.
Ну-ка. Давай.